Всем привет, дорогие друзья, с вами Беннет, и я приветствую вас на нашем познавательном канале. В эфире проект, посвященный тюнингу и доработке моего автомобиля УАЗ-31514, который я называю УАЗ Зомби Хантер. В этом видео я покажу и расскажу, как я сделал распределительную коробку, монтажный блок аккумулятора, к которому подключаются все дополнительные устройства. Дело в том, что на моем автомобиле подключено очень много нештатных различных устройств. Вы знаете, в одном из старых видео я устанавливал блок предохранителя от УАЗ-2106, и, соответственно, от него идет вот этот вот большой красный провод. Затем подключено отдельным проводом зажигание, потому что у меня в машине сгорела проводка, сгорел провод, она не заводилась, как раз по дороге из Смоленской области, куда я с другом ехал, где-то в жгуте сгорел провод, в общем, машина не заводилась, и я кинул отдельный провод, который идет на ключ зажигания. Это второй провод. Третий провод — это, соответственно, штатный провод, вот он, черный, который питает бортовую систему автомобиля, ну, основной кабель. Четвертый провод, который у меня добавится, это провод лебедки, вот он тоже, но это на массу, ну, такой же есть на плюс. У меня установлена лебедка с недавнего времени, вот она стоит. И, соответственно, от нее тоже придется кидать плюс на аккумулятор напрямую. Далее я буду делать схему, которая более стабильно будет заряжать генератором аккумулятор. И добавляется еще один провод. То есть вы видите, сколько проводов толстых достаточно добавилось на клемму. И это просто будет проблематично. Уже сейчас проблематично снимать аккумулятор иной раз, потому что эти провода, ну, мешают, они достаточно жесткие. И я решил как раз эту проблему пофиксить как-то и сделать распределительную коробку. Благо, места в УАЗике всегда полно для того, чтобы дополнительно какой-то блок поставить или еще что-нибудь подобное. Я пришел к тому моменту, когда клеммы аккумулятора стало просто не хватать. Получился какой-то хаос из проводов, из различных подключенных устройств. Все это вот так вот клубами скапливалось. Я решил сделать аккуратненький блок, в который я проведу все нужные мне провода, заведу аккуратно, а к самой клемме будет подходить один толстый провод. Вот, и, собственно, в этом видео я покажу, как я сделал, что я для этого приобрел, какие я решения применил. Я думаю, что это интересно и познавательно, и, в общем-то, применимо не только к УАЗику, но и к какому-нибудь другому старому отечественному автомобилю. Что ж, не будем тянуть резину, поехали! Итак, начну с компонентов, которые я приобрел, и расскажу о них по порядку. Первое, я купил несколько обыкновенных монтажных блоков 220 вольт разного размера в строительном магазине. Именно в одном из них, самым крупным, я и собираюсь монтировать новую разводку. Несмотря на то, что данные короба предназначены для установки внутри помещения, они обладают неплохими характеристиками и вполне подойдут для реализации моей задумки. Здесь использован довольно гибкий жароустойчивый пластик, который не горит, а обугливается. Индекс влагоустойчивости здесь IP55, что означает, первая цифра 5 – пылезащищенная, некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта с грязью и посторонними предметами. И вторая цифра тоже 5 – защита от водяных струй с любого направления. Согласитесь, это весьма неплохо, учитывая, что клеммы на аккумуляторе вообще открыты и не имеют никакой защиты. Зачем же мне целых 3 коробки разного размера, спросите вы. На среднюю и совсем маленькую у меня тоже есть задумка, что полезного в них разместить, но это тема для отдельных видео, чтобы не мешать все в одну кучу. В общем, с корпусом будущего распределительного щитка разобрались и идем далее. В качестве контакта для монтажа проводов я приобрел в специальном магазине электротоваров вот такую медную шину толщиной в 3 мм. Конечно, мне не нужен весь этот кусок, но, к сожалению, менее метра такая шина не продается. Стоила она чуть больше 500 рублей. Медь прекрасно проводит ток, и именно крепление всех контактов на единую поверхность даст наиболее надежный контакт. Следующий компонент – это очень толстый медный провод массы, то ли от МАЗа, то ли от КАМАЗа, не суть, с медными же концевиками. Я взял два таких провода разной длины, первый метр и второй 50 сантиметров, так как заранее не смог точно определить, какая именно длина мне понадобится по месту.
Именно один из этих проводов соединит шину внутримонтажного блока с клеммой аккумулятора. Помимо этого, я купил 10 метров провода 4 квадрата для подключения различных относительно мелких устройств. Вряд ли мне понадобятся все 10 метров, но уверен, что хороший провод лишним не будет. Более думаю, мне ничего не понадобится. Перейдем к установке. Расположить монтажный блок я собираюсь в непосредственной близости от аккумулятора, вот здесь, вместо расширительного бачка радиатора, который я перенес сюда, когда ставил шноркель. Вот теперь придется снова переносить его в другое место. Зато кронштейн от него прекрасно будет держать короб с проводами, что радует, так как мне удалось задействовать его вновь, не плодя лишних деталей под капотом. Для бачка, в свою очередь, изготовил новый кронштейн, подобный тому, что был ранее. На скорую руку, без сварки, сварганил необходимую мне деталь из оцинкованных уголков и скрепил их клепками. Получилось вполне вменяемо. Керню отверстие под заклепки. Устанавливать кронштейн буду здесь, на левую арку, рядом с бачком гидроусилителя. Здесь как раз есть необходимое место с тем учетом, чтобы бачок не мешал замене лампочки в фаре. Сажаем деталь на мовиль, чтобы вода не скапливалась между ней и кузовом. Я так всегда делаю, когда клепаю какие-нибудь железки под капотом. Готово! Прикидываем по месту бачок, еще раз убеждаясь, что он нормально встает и остается достаточно места для беспроблемной замены лампочек в фаре. Итак, бачок поселился на новом месте. Он отлично держит, уж точно не хуже, чем раньше. И, пользуясь случаем, раз уж я затеял кое-какие перестановки под капотом, пришла разумная мысль заменить бачок на новый. Дело в том, что сейчас стоит от Волги. Внешне он точно такой же, как на УАЗике, и различие у них только в этом носике, в нижней части. На Волговском он большой и широкий, собственно, сейчас вы его и наблюдаете. А на УАЗовском бачке носик тоненький. Я не сразу понял, в чем дело, почему от радиатора сюда приходил тонкий патрубок, который в свою очередь входил в обрубок толстого шланга, надетого на носик. В общем, смутил этот колхозный переходник, и я стал интересоваться, как должно быть правильно. Учитывая новое расположение расширительного бачка, трубка отвода антифриза должна теперь смотреть в противоположную сторону. Необходимость ремонта этого узла была давно, да все руки не доходили, а теперь появилась явная в этом необходимость. Сама трубка болтается, впрочем, как и горловина радиатора. Видите, вокруг все красное от подтеков антифриза. Заводская пайка от времени отошла, а моя самостоятельная попытка залудить трубку пару лет назад, как видите, не увенчалась успехом. В общем, с этим вопросом я решил обратиться к профессионалам в специализированный сервис по ремонту медных и алюминиевых радиаторов. Обладая профессиональными навыками, опытом и специальным инструментом, которым я не располагаю, мастер быстро сдул мой кривой припой и ловко отделил горловину от радиатора, а затем трубку от горловины. Вот так выглядит мой радиатор без горловины. Сильным напором воздуха выдуло немного антифриза. Ребята честно предупреждали меня о том, что чище и проще будет работать со снятым радиатором. Но для меня это было долго, и я не согласился. Потом как-нибудь все ототру. Зажав в тиски горловину, трубочка припаивается на место с помощью газовой сварки и специального электрода. Получилось добротно. Теперь эта трубка точно никогда не оторвется. Прежде чем лудить горловину к радиатору, место пайки было хорошо зачищено от старого шлака и грязи. Это очень важный момент, от которого зависит надежность соединения. Прежде чем горловина идеально и со щелчком вошла в радиатор, мастер долго и аккуратно выстукивал его поверхность, которая была неровной. Не думайте, что вот так взяли и легко вставили, просто я снял лишь самую первую пробную примерку. По итогу, естественно, все было подогнано идеально, и мастер приступил к лужению. На этот раз электрод был уже значительно толще. Может, это и не электрод вовсе, а просто медный прут, я не знаю точно. Помимо этого, место пайки постоянно смачивалось кисточкой, по всей видимости, флюсом. Когда горловина была готова, я дополнительно попросил припаять мне кронштейн, удерживающий патрубок на радиаторе и не дающий ему перегибаться и расшатывать трубку. Сказано, сделано. Патрубок надежно зафиксирован, и работа наконец приобрела полностью законченный вид. Что ж, время возвращаться в гараж и продолжить ковыряться с монтажным блоком и проводами. В
В гараже первым делом возвращаюсь к проблеме с бачком радиатора от Волги, который имеет более толстый диаметр носика, нежели чем на таком же только от УАЗа. Видите, тонкий шланг, идущий от горловины радиатора, вставляется в этот толстый патрубок. Раз уж дошло дело до этого узла, я твердо решил поэтапно избавиться от сомнительных колхозных решений, на которые буду натыкаться в процессе эксплуатации моей машины. Соответственно, я купил новый решетный бачок, благо для УАЗика он стоит копейки, я заплатил за него всего 90 рублей. Я говорю, отличие у них всего лишь одно, это только вот этот вот выход на маленький шланг. И здесь он как раз от УАЗика маленький. Сейчас я просто переставлю эти баки местами и подключу нормально уже без вот этого вот колхоза, без вот этого вот дурацкого перехода непонятного. Бачок я демонтировал. И теперь настало время шланга. Здесь у меня стоит топливный бензошланг. В принципе, это не важно особо, но я решил поставить, пользуясь случаем, так сказать, вот сразу специальный шланг именно для расширительного бачка, чтобы уже было, ну, как бы все цивильно совсем. Все, бачок стоит на месте, все прикрутил. Как я и сказал, он ничем не отличается от того, что здесь стоял. То есть эти два бачка абсолютно идентичны, отличаются только нижним вот этим вот выходом. Как видите, я прикрутил уже новый шланг. Теперь он цивильно идет, без всяких переходов. И вот приходит в радиатор. Стало все цивильнее, как-то поспокойнее на душе, что проблем больше нет. Да и выглядит в целом приятно, когда что-то новое. Даже, видите, крышку купил. Ну, 20 рублей пусть будет, как говорится. Вместо вот этой вот, которая уже видала виды, так сказать. Да из-за этого, может быть, сделаю умывальник. Че, хорошая идея, че добро пропадать. И крепится легко, и носик широкий. Какой-нибудь кран примонстрячу, будет прикольно. Ну ладно, это отступление лирическое. Поехали дальше к подключению самой электрики. Из плотного металла я выпилил болгаркой вот такую прямоугольную площадку. Далее, с небольшим смещением вправо, я просверлил в ней 4 отверстия для соединения с кронштейном так, чтобы со стороны ближней к аккумулятору было больше свободного пространства. Монтажный блок будет прикручен насквозь через эту площадку к кронштейну. Отверстия в блоке я уже заблаговременно проделал. Как видите, они полностью совпадают с отверстиями на площадке. Получился эдакий бутерброд. Медная шина будет крепиться внутри блока следующим образом. Это обрезки плотных армированных патрубков разного диаметра, которые вставляются друг в друга для создания большей жесткости. Причем толстый внешний патрубок прекрасно одевается на это круглое технологическое ребро жесткости внутри корпуса. Выглядит это вот таким образом и весьма удобно, так как данные ножки не будут съезжать ни при каких обстоятельствах. Соответственно, внутренний обрезок более тонкого патрубка должен быть короче большого на высоту круглого ребра. И вот мы имеем два прекрасных, в меру упругих и в то же время достаточно жестких ножек-держателей медной шины, которую я прикручу насквозь через эти ножки мостиком длинными болтами. Как видите, с обратной стороны монтажной коробки я прочертил маркером границы прилегания к нему кронштейна. В стальной площадке, выполняющей функцию жесткого дна, которая не позволит ему треснуть и отвалиться вот здесь, я выпилю уголки, которые, если этого не сделать, стали бы соприкасаться с болтами, крепящими шину к кузову, что привело бы к короткому замыканию. Для придания ножкам большей жесткости, чтобы они не сильно сплющивались и деформировались при затягивании на них шины, я дополнительно установил внутрь металлические втулки. Теперь эти элементы можно считать полностью законченными и действительно надежными. А вот и первая пробная установка медной штанги в корпус. Прикладываю площадку, в которой уже выпилил уголки. Теперь вы, думаю, наглядно поняли суть, для чего я это сделал. Теперь шляпки болтов, на которых подается мощнейший плюс, никак не будут соприкасаться с площадкой, которая по сути является массой, так как прикручивается к кузову. И, несмотря на эту меру, меня все равно смущает, что шляпки под таким напряжением оголены и совсем не защищены от случайного соприкосновения с массой. Поэтому я решил сделать для них крышку. Вот она. А сделал я ее из какой-то облицовки радиатора, найденной на гаражной помойке. Вот этой. Как видите, я ее уже распилил и оставил просто для того, чтобы показать вам. В общем, получилась вот такая деталь, которую я притяну к корпусу обычными саморезами. Этого будет вполне достаточно, учитывая, что данная крышка не несет никакой силовой нагрузки. Здесь уже есть одно родное отверстие под саморез, а второе я вкручу внизу детали. Теперь шляпки надежно защищены от случайного соприкосновения с кузовом и можно двигаться дальше. В собранном виде конструкция имеет вот такой вид.
Как я говорил ранее, вверху место под саморез уже было отформовано прямо на детали, а внизу пробил прямо насквозь, все равно нижняя часть корпуса находится внизу, и этого будет не видно, если говорить об эстетике. Внутри первый саморез вышел у самого края, вдалеке от плюсовых контактов, к тому же оба самореза не соприкасаются с кузовом. Второй саморез тоже вкручен у самого края и входит ровно между слоями резиновых патрубков и ими же отделяется от болта, находящегося под напряжением. В общем, вот такая штука получилась, и теперь можно начинать монтировать ее под капот и подключать всю электрику. Итак, я установил распределительную коробку на место. Как видите, все цивильно встало. Вот этот вот провод основной пойдет на плюс аккумулятора. И также я все-таки решил оставить у клемма, потому что он не дотягивается, его надо перетягивать. Это штатный провод, то есть всего будет два провода. Все остальные, вот эти, тут еще несколько проводов, лебедка и так далее, все будет в распределительной коробке, и причем я уже все подключил, то есть все уже подсоединено, все, грубо говоря, работает. Была проблема, честно говоря, это прикрутить болты, потому что здесь под проводами подлезть очень тяжело. Ну вот, видно, что эти болты никоим образом не могут касаться плюса, то есть ни при какой вибрации, ну, это невозможно. Здесь я прикрутил шляпками внутрь и, соответственно, длинными болтами наружу. Ну вот, потому что, ну, находящиеся внизу болты, они мешать вот этой вот трубе, собственно, воздуховода шноркеля не будут. А вверху мне пришлось все-таки прикрутить шляпками наружу и самими болтами внутрь, потому что торчащие здесь болты будут мешать, да это некрасиво. Если вот этих болтов видно вообще не будет, когда я одену трубу на место, то эти болты будут видны, поэтому я решил, что проложу внутрь. Изнутри, как видите, я болты подпилил болгаркой, закрутил, и они не достают до провода, достаточно далеко от него находятся, и, собственно, здесь только один провод проходит, никакого вороха нет, то есть безопасность соблюдено, ничего ни к чему не прикоснется. Ну, плюс к этому сам провод, естественно, находится в изоляции. За счет железной стенки, которую я показывал ранее, конструкция получилась жесткая. Вот этот корпус, он не растрескается от движения, потому что как раз ему вот здесь вот, вот это вот для жесткости я и делал. Контакты, которые торчат плюсовые, я закрыл. То есть к ним никакого доступа. Вот так случайно, чтобы что-то задело, просто физически невозможно. Вот этим вот кожухом, который я показывал, изготавливал. Ну, учитывая то, что сама клемма, она всегда вообще на виду, да, открытая, то это абсолютно нормально. Вот этот провод в эту сторону выходит, это плюс лебедки, которую я подключу интересным способом при помощи вилки и розетки. Итак, на этом этапе я закрутил крышку, поставил на место все заглушки, для того, чтобы ничего не выпирало, не торчало. Все выглядит достаточно аккуратно. Обжал провод основной, который просто болтался на скрутке какой-то вот. И того, к аккумулятору будет два провода идти. Вот этот и вот этот, соответственно. Все. Все остальное я провел внутрь этого блока. Сюда идут вот эти провода. Этот идет на один на зажигание, другой на питание верхней полки магнитолы. Вот этот провод выходит отсюда. Вот его конец. Это пойдет плюс на лебедку, а вот этот пойдет, соответственно, на реле регулятора. Провода я вывел из-под низа аккуратненько, и для того, чтобы они не терлись об железку, да, хотя она покрашена, но все равно я вставил туда пока временно вот кусочек резины. То есть эти провода, если и будут елозить, то по кусочку резины аккуратный, потом я его просто посажу на клей, и он никуда не денется. Это дополнительная такая мера предосторожности. Вот, а так все аккуратно. Вот этот провод идет у меня, видите, я в гофру пустил. Он идет у меня вот на генератор дополнительно. Дополнительно обжал серьезной клеммой основной провод аккумулятора, потому что он просто был распушен и привязан непонятно как. Сейчас все это цивильно. Как я обжимал, у меня нет обжимных клещей. Очень просто. Клал, вот у меня кусок какого-то швеллера, положил туда провод, он достаточно плотно зашел, положил вот так вот на швеллер и, соответственно, молотком, ну, хорошенько сплющил. В общем, держится очень хорошо и достойно, то есть ничего не делится. Ну, а это дополнительно я замотал для того, чтобы показать, что это плюс. Потому что провод черный, а это как бы кусочек красного, чтобы показать, что это плюс. Два провода, которые идут на питание аудиополки и зажигание отдельное. Вот, вот эта полка аудио у меня. А вот это у меня, значит, идет тут
зажигание, потому что у меня сгорела основная проводка, отдельно подключена. Я проложил вот в таком кабель-канале и, соответственно, аккуратненько вывел. Он вот идет в этот блок. Дальше по плану электрики у меня подключение лебедки, видео о которой я сейчас готовлю. Затем замена релерегулятора, так как старое начало барахлить. Но этим темам каждой будет посвящено отдельное видео, чтобы не валить все в одну кучу. А на этом этот выпуск завершен, и я надеюсь, он был полезен для кого-то из вас. Если это так, то не пожалей лайк. И также не забудь подписаться на наш познавательный канал, если до сих пор этого не сделал и наткнулся на это видео случайно. Также пишите комментарии, что я сделал не так, чтобы как бы вы сделали лучше, и вообще вашу оценку проведенной работы. Я всегда читаю ваши комментарии, мне всегда очень важно и интересно ваше мнение, ведь часто такие комментарии становятся в основу либо нового видео, либо корректировок, которые я вношу, потому что мои выпуски, помимо таких же дилетантов, как и я, смотрят и достаточно профессиональные люди, которым есть что сказать и поделиться опытом. От таких особенно жду комментариев. Возможно, ну если это будет действительно резонно, я внесу какие-то поправки, если они нужны. Ну а так, в общем-то, на этом этот выпуск завершен. Всем спасибо за внимание. С вами был Беннет. И, конечно же, будьте в курсе, друзья.